Да, мне хотелось бы спросить вас, что вы собираетесь делать сегодня вечером, если это не секрет? Не секрет. Сейчас пойду к себе домой, на Садовую. А в 10 часов вечера в Масолите, в Московской ассоциации литераторов, где я имею честь быть председателем, назначено на 10 часов заседание, и я буду на нем председательствовать. Нет. Этого быть никак не может. Почему? А потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло. И не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не состоится.